Я, ну, считайте, 7 числа здесь. Не нравится? А? Нравится? Да, мне нормально. Вот вход. Может, в дом зайдете? Заходите, заходите. Давай, не бойся. Да Юра, Таня. О, Зенечка пришел. Я пришел. Ура. Здравствуйте, дорогие гости. Воскресенье? Ну-ка, потом поговорим. Кто-то попал. Спасибо. Да, благодарю. Кошмар какой. Это моя Зеня, моя подруга. Она моя подруга. Женя, мы территорию зато убирали, бассейн. Ну, блин, Женя, ты даешь мне. Мне не хватало поддержки. Женя, дорогая. Давай так. Попробуй вообще рассказать про свое лето, которое ты вот здесь когда провел. Когда я приехал сюда первый раз, мне запомнилось самое главное – кидаться подушками. Но а было круто. Самый лучший день, это еще скажу, когда мы ехали на фестиваль. Там мы красили голову. Покажи, как вы делали. Вот так. Вот. Как Кинг-Конг. А мы делаем коктейли на зеленом пианине. Я хочу сказать спасибо большое, особенно Кириллу. Валя Вьюгина косила траву и чинила вот этот замечательный сарай. Но еще у нас обвалился сарай, так, который сзади вас, там холодильник стоит. Ну что еще сказать? Такого популярного. В той же компании, в том же духе. Вот, приехать снова, ну, конечно, может, не сюда, может, какое-нибудь другое место, и затусить. Вот что во мне новое, так я никогда не красил волосы. Это было бы первое в моей жизни. Я вас люблю всех! Здравствуйте, мне здесь! Откройте дверь там. Откройте двери. А еще я посадил дерево замечательное, где на нем, например, растет 1 000 000 денег. Или нет. Ну или яблони. Больше всего мне запомнилось, что каждое утро я приходила к Вале и будила ее. И варила ей кофе. Ты помнишь, как мы с тобой встречались? Конечно, помню. Где это было? В Петергофе. Точно. Да, я сейчас помню. Жизнь изменилась в лучшую сторону. Жизнь лучше станет изменить. Сделал как его, присоску новую. Сегодня праздник, хороший праздник сегодня. А какой сегодня праздник, ребята? Я тут ремонтчик затеял. Хороший, да. Причем, супер ремонт. Скамейка была, минами топор, я там все разнес ее. Ты же ручками сейчас себя гладила, правильно? Вот я их сняла. Нюрочка, Нюрочка, хорошенька Нюра. Я волосы покрасила, мне сейчас понравилось. Понимаете, мне так грустно. Мне здесь еще остаться. С Зеленогорске. Я не знаю, сюда хочу поехать. Мы тут не бездельничаем, мы тут делами занимаемся. Какими делами? Ну, например, моем посуду. Так, убираемся дело. В доме. А еще мы готовим вкусную еду. Яичницу, омлет, кабачки жарим. Ну, многое всего. А что ты запомнила больше всего? А, О, У, И, Я, Ау, Нюра. Этим летом был самый главный, ну, вообще в моей жизни этот дом. Самый лучший, ну, даже не знаю, все дни были
самые лучшие на свете. Все было хорошо, у нас же хэппи артхаус. Музыку слушать. Танцевать. Еще познакомился с Димой, с Белкой. Он меня научил водить машину. Еще у меня есть катер для него. Еще модно одеваюсь. Прически делаю всякие крутые. Бреюсь. Одеколоном пользуюсь. Здоровым тоже. Иду готовлю. Какую? Да разную. Конкретнее. Ну и яичницу там, блины там, гренки. Сейчас поможу что-то. Дрова помогал рубить? Конечно. А я же сам справлялся. Мне помощь вообще не было, никому не нужна. Еще я смотрел Даунхаус. Фильм? Да. Даунхаус? Да, я его знаю полностью наизусть. Мы два раза ездили по три раза, а потом на месяц. Самый лучший день это был, когда мы все бежали из дождя на море. Ну еще мне понравилось готовить. Дрова научиться колить. Люблю, как это делится. Ну чего? Че? Говорить. Еще вернулся в этот дом. Еще хочу пожить в своем квартире. Понадобится газон стелить. Наша лента. Там было смешно. Не забуду с этим газоном. Это было классно. А тебя надо спросить еще. Мы ездили на море. У нас тут есть море, Финский залив. Там можно было просто лечь на песок и забыть о существовании остального мира часов на 5. А я еще помню, когда мы с Валей поехали на озеро, ну, на Финский залив, и когда мы уезжали, там был шторм. Мы под него попали. Вот. А, водитель, когда такси. Вы еще как эти, как шторм, бежите сюда, как у себя дома. Потом мы же в бассейне, помнишь, купались, я еще тогда хотел вас облить с Вадиком, и влюх нафиг. Ну, дома вкуснее, наверное, научил нас готовить всех, и меня, и ребят, за это лето. И запомнилось. Шторм. Шторм, как мы попали под шторм. Было классно. А, ну мы как бы все вместе собрались, ну, на залив. Не, я не испугалась. Было как бы здорово, круто. Света и Валя пытались меня отвезти, ну, наверх. Ну, чтоб. Вообще все было классно. Всех уважаю. Ура! Мне все очень понравилось. Все было хорошо. Вы не переживайте. Я тут купался, я тут помогал по территории убирать. Дома прибирался, я помогал стиральную машину включать. Я теперь знаю, как стиральную машину включать. Потому что я работаю в стиральном цехе в Зеленогорске. Я всем белье стираю, и мне это очень нравится. Это увлекаюсь времени. Время ускоряется, а для меня никто не мешает. Я даже помещаю в стиральную машину там. Это есть такой барабан сломанный, я сажусь и ложусь. Слушай, короче, мне понравилось о том, что мне понравился. Все три месяца, которые мы отдыхали, очень здорово. Купали, загорали. Приготовление делали. Самое клевое, мне больше всех понравилось вот это залив. Я
искупался здесь, мне очень понравилось. Я научился по новой плавать, я научился на борте кататься. Вон, я покажу этот фокус. Вот так разгоняться, вот так ногу ставить, вот так типа борт такой с колесиком коня. Я научился, я первый раз упал, я помню, потом у меня получилось нормально, потому что у меня голова умная, я умею всеми вещами управлять, которую ты дадишь. Летом только научился на борте, на скейте кататься и все. А на велосипеде научился, когда еще в ШАП, был в Павловске ДД-4. Если не наемся от души, я тут хоть высыпаюсь, а в Зеленогорске бывает не высыпаюсь. Меня человек рано будет, и я это сплю на работе бывает, но это я просыпаюсь, когда нужно. Чтобы вот вытащить ребят из интернатов, поселить в одном доме и жить как бы без правил, без вот этого режима казенного. Ну, это свобода. Может быть, это нормальная жизнь. Было здорово, друзья, есть, я доволен. И так далее. Что еще рассказать? Благодарю. До свидания. По итогу это первый опыт. Это такая первая ласточка. Это первый проект. Такой большой. Первый большой проект нашей команды под названием «Дети Павловска». И он был рассчитан на одно лето. Но сейчас я понимаю, что он должен продолжаться, и он не должен останавливаться. Научился это ломать доски еще. Ногами? Да. Вот так. Вот так эта миссия работает. Вот так, понял? Отлично. Ну вот. Благодарю. До свидания. Мне пока все. Давай. Потом все расскажу. Давай. Договор. Договор. Ну, я думаю, в городе лучше, но на даче еще лучше. У меня вопросов больше нет.